Друзья, всем добрый день, всем добро пожаловать в городе Мессин, друзья. Сейчас хочу с вами поделиться инвестиционным проектом в районе Тёмик. Тёмик – это длинный, широкий район, друзья, и где есть песчаный пляж. В самом деле, друзья, город Мессин – это инвестиционный город. Город Мессин – это интересный город. Город Мессин – здесь есть возможность, друзья. Здесь огромный, большой, широкий, длинный пляж, друзья. Поэтому очень много людей, когда сюда приезжают, интересуют и удивляются вот такой пляж. Именно из-за пляжа город Мессин известный, друзья. Так что сейчас как раз мы в таком месте находимся здесь. Инвестиционный проект, очень интересный проект, богатая инфраструктура, есть огромный большой бассейн, детский бассейн, баскетбольная площадка, есть место барбекю, беседка, есть парковочное место, и рядом есть, друзья, торговый центр, продуктовый магазин Migros, и есть рядом аптека, поликлиник. И, конечно, рядом есть еще ресторан, кафе. Вот это городская инфраструктура, все здесь близко, друзья. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, цена тоже отлично. В 23-м году, в конце августа, заканчивается огромный, большой, длинный, беспроцентная рассрочка, друзья. Поэтому есть вот такой шанс. Можете видовые квартиры выбрать. Между прочим, много уже продано, но есть еще видовые квартиры. Есть еще на продаже 2+1, 110 квадратный метр, 1+1, 82 квадратный метр, отдельно кухня 1+1. Это необычная планировка, друзья. Поэтому, если вам нужно подробнее информация, друзья, если вам нужно более близкие информация, мы можем с вами поговорить и именно индивидуально все вам можем рассказывать. Прайс-лист тоже можем отправить через Viber, WhatsApp и Telegram. Так что еще раз напоминаю, друзья, находимся с вами район Тёмик, город Мессин. Тёмик — это между перегород Эрдемли и центр Мессин находится. Рядом есть еще очень интересный, хороший перегород Эрдемли. И буквально отсюда 10 минут ехать. Это столица Лимон, друзья. Так что вот такой проект, еще котлованы, друзья, только что начали. Поэтому я вам хочу сказать, друзья, если вам нужно именно доступная цена, если вам нужно интересный вот такой проект, инвестиционный проект, вот, пожалуйста, мы готовы вам отправить прайс-лист. И здесь отсюда пляж тоже недалеко, буквально 400 метров. Можем с вами поехать туда посмотреть, какой пляж здесь. Поехали! Вот такой проект, интересный инвестиционный проект, друзья, районе Тёмик. Вот в районе Тёмике не только хороший пляж, еще есть такой длинный большой парк, друзья. Люди вечером здесь ходят, домашние сувениры здесь продаются. И здесь не только иностранцы, еще местные турки, туристы тоже есть, из других городов приезжают, где пляж, море нету, друзья. Здесь летом, особенно летом, жизнь кипит. Зима тоже есть, особенно летом жизнь кипит, друзья. Короче, я вам хочу сказать, друзья, если вы хотите поблизости узнавать, что такое город Мессин, друзья, вам нужно просто сюда приезжать один раз, 2-3-4 дней время проводить, посмотреть просто. Здесь очень богатые исторические места. Здесь самый лучший пляж. Пляж здесь
очень красивый, песчаный, длинный, широкий пляж здесь, друзья. Есть здесь столица клубника, столица банана, столица лимон, друзья, здесь. И самый большой второй порт в Турции, это в городе Мерсине находится. Еще строится аэропорт, это аэропорт будет самый большой второй аэропорт в Турции, друзья. Короче, Мерсин – это развивающий город сейчас, в данный момент, самый быстро развивающий город возле Средиземного моря. И цена недвижимости очень доступная пока, друзья. Большая площадь, еще низкая цена, друзья, чем Алания, чем Анталия, чем Бодрум. Поэтому пока есть такой шанс, друзья, если вы хотите возле моря жить, Средиземное море, если вы хотите свою жизнь менять, вот такой город есть, друзья, город Мерсин. Я вас все приглашаю, свою родину, друзья, город Мерсин с вами. Всем удачи, берегите себя, пока-пока.